Да, Изин, 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 Изин и Мордор. Изин, Изин и Мордор. Прикольно. И Младрис случайно. Ну, классно. Да. А, вот теперь с нами еще и гном. Ну, это Дэн. Тут лучше бы он за Изин был бы. Давайте уже хоть как-нибудь. Не хотят с Голумом играть. Ну чё ты с центра-то слез? Не знаю, Дэн такой типа в центре хочет. Так скажи, не хочешь против Мордора. А, да не, я мне наоборот против Мордора было бы легче. Ой, опять боль. Ладно. Это вот Ворин еще куда не шло. А вот Ворин, я помню, что-то я какую-то тактику офигенную выбрал, прям тащится. Ну, мы как-то играли против меня, знаешь, он спамил одних лосей, и ты их хер убьешь. Я против такого играл. Я, кстати, за гнома был. Я его вынес. Ну хз, я прекрасное место. Вынес. Я его вынес. Я блин, что я использовал-то? Блин, ну я, короче, смотрю, время, ну, строить. Мне его сложно догнать, пипец, я тем более гном, медленный и все такое, я просто прокачал на защиту относительно. А, у меня эти топорики союзник были, я на защиту прокачал, сигнал. Либо лучники. Защиту прокачал, лучников сделал. А, это лоси просто ничего не могли мне сделать, и сбивать меня тоже не могли, потому что у меня копья. И плюс топорики их наносили, если они останавливались. Я мы сразу шел в атаку, на это здание, он, блин, лосями своим бегал, пытался что-то сделать, но, увы, ничего. Не знаю, против нас тут раз она хорошо зашла. А, не, это, как, это как раз таки, когда я тебе рассказывал, когда гоблин там был. Гоблин спамил мечниками и прочим, а этот копьями, этими лосями. Не, он тоже очень хорошо шел, я вначале вообще не знал, что мне делать. Вот просто я не знал, я думал, ну, пора логично, заработать. Что надо делать копья против конницы. Но он от них просто отбегает и обстреливает, и подыхает. Я думаю, так, блин, а что мне делать? В итоге я это немножко на базе посидел, подумал немного и в защиту, ну, начал качать защиту и топорики сделал. Чтобы он, обстреливая копейщиков, его же в этот момент топорики обстреливали, или просто лучники, я уж не помню, за кого именно играл. Нужно больше ресурсов. Вот, ну, в общем, прокатила тактика, и я затащил. Потому что все, я лосей ему вынес, где а еще, знаешь, строить? Он типа лоси использует, и типа вот этот момент, пока что он лосями бегал, он элитку героев типа покупал Леголас, и все вот это вот, блин. Строительство окончено. Ну, мы это освоим эту тактика землю. Офигенная. Пора за работу! У него там герои появились, а все, у меня уже армия нормальная, у него там лоси до хера и герои только. Ну то есть такой. Ну еще это. Лучники Лориана! Это что, ну, небольшие количества. Эльфы, мне сюда! Но я вначале был просто уверен, что он мне просто сейчас все фермы все нафиг вынесет. Не теряйте бдительности! Зажмет меня и потом просто крепко принесет. Здесь нас никто не заметит. Где будем строить? Прекрасное место. Ну, получилось. Мы будем стоять до последнего. Мы это сражаемся за Лориан. И что здесь не хотел? Место. Что? Отбросим нет. Этих фигаев. Что ты рассказывал? Да вообще молчал. Все эти 10 минут молчал. Люблю свою работу. Где будем строить? Так, Дэн захватил. Тебе, кстати, тоже бы захватить аванпост, чтобы мы их где направили. Будем строить? А, на блин, малом, да, я поскольку забыл посмотреть. Сейчас сделаем. Ой, сейчас можно уже сюда, пожалуйста, льет. Но... ну да, он может больше, блин. Защитим наш дом! Видите цель? Эльфы, будьте не готовы! Не теряйте бдительности! Берегите стрелы! Стойте! Вижу сигнальный огонь! Что прикажете? Мы освоим эту только землю! Прикрыл глаза!
Ща я сделаю. Эльфы, да. Будьте готовы. Делай. Идем тихо. Ждем врага. Мы сражаемся за Лориан. Не теряйте бдительность. Я на всякий случай копию построю. Сюда. Защити наш дом. Большое войско. Не теряйте бдительность. Жук. Работа закончена. Я будем вижу врага. Осторожно, там могут быть защитники. Начинаем строительство. Защитим наши леса. Ждем врага. Сигнальный огонь. Уничтожьте их. Блин, Дэн, ну ёпта, ну красно там пошёл на себя. Защитим мы наши первым леса. Там обнаружили. Мы сражаемся за Лориан. Прикольно, мне придётся уступить, и я надеюсь, я никого не потеряю. Не теряйте бдительность. Копья, блин, у меня там слились. На битву! Защитим наш дом! Не жалейте стрел! Эльфы, сюда! Значит, отряд целил. А у меня, между прочим, дорогой. Отбросим этих негодяев! Здесь наши дома! Мы сражаемся за Лориан! Я готов! Здравствуйте, да, мне кажется, я что-то где-то косячу стопудово, потому что у меня дофига денег. Люблю свою нету. Работу. Они не пройдут. Бля, сломай, интересно, нет? Не давайте им отдыха. Так, возвращаемся. Им нас давайте, не одолеть. Давайте, парни, добивайте. Все готовы к битве. Есть. Мы нас напали. Отведайте эльфийской стали. Мы сражаемся за Лориана. Лориана. К бою. Ладно, эльфы, будьте готовы. Мы очистим это место. Не теряйте бдительности. Защитим наши леса. Защитим наш дом. Проверьте луки. Быстрее. Эльфы, сюда. Поют тетивы, Лориан. Мы сражаемся за Лориан. Защитим наши леса. Постройте наши круга. Бросим этих вот негодяев. Вот мы и встретили. Ждем врага. Поторопитесь. Им нас не одолеть. Пусть звенит тетива! Не теряйте бдительности! Вражеский лагерь! Все готовы к битве! На битву! К оружию! Осторожно! Впереди крепость врага! Не теряйте бдительности! Казармы. По нам бьют издалека! Идем тихо! Все готовы к битве! Эльфы, будьте готовы! Не, мне кажется, я неплохо играю. Мы уничтожаемся за Лориана! К бою! Посещал он сейчас какой-нибудь, блин, как офигенно. Прекрасное место! В адрес играть. Я жду приказа. Люблю свою работу. Нихуя там у Мордора. Это все мелочь. Хотя у Дэнка... Все готовы к битве! Эльфы, мы будьте готовы! Дают тетивы, Лориан! За мной, лесные эльфы! Все готовы к битве! Интересно, но лучше делать. Хранителей начнем. Вижу врага! Ждем врага! Быстрее! Эльфы, ну сюда! Давай, гон! Целься! Город растет! Мы должны выстоять! Защитим наши леса! Отведайте эльфийской стали! Идем тихо! Эльфы, будьте готовы! Здесь были наши дома! Мы сражаемся за Лориан! Защитим наш дом! Отделяйте! Не давайте им отдыха! Мы будем стоять до последнего! Отходим! Враг наступает! Отбросим этих негодяев! Проверьте луки! Пусть умрут! Оружию! Мы сражаемся за Лориана! К бою! К
Ну-ка. Мы сражаемся за Лориан! Все готовы к битве! Эльфы, ждем врага! Тьма сгущается! Блин, я не пойму, как мои ребята так быстро умирают. Эльфы, будьте готовы! Быстрее ветра! Встать в строй! Проверьте луки! Защитим наши леса! Проверьте луки! Не, чё-то серьёзно не понял, как они быстро умирают. Они кого-то не младят. Началась битва! Защитим наш дом! Здесь были наши дома! Не теряйте бдительности! Стойте! Берегите стрелы! Не давайте им отдыха! Уничтожьте их! Ладно, конечно. Не дремать! Лучники сюда! Все готовы к битве! Им здесь не место! Им здесь не место! Защитим наши леса! Они не пройдут! Стреляем! Мечники... Они атакуют издали! Сожгите себе свои земли! Сожгите их деревни! Мы будем стоять до последнего. Все готовы к битве. Быстрее! Враг им близко. Здесь не место. Шварданы. Мы сражаемся за Лориан. Шварданы. Так, союз с эльфами. Враг мы не сражаемся не за Лориан. Мы сражаемся за Лориан. Зарму. Плотнее строй! Не давайте им отдыха! Проверьте луки! Пусть звенит тетива! Лучники Лориана! Не жалейте стрел! Видите цель! Где армия? Нормальная, блин! Здесь, не я. Уничтожьте их! Все по местам! Крушите вот здание! Им нас не одолеть! Защитим наш дом! Готовьте инструменты! Прекрасное место! Слушаю! Начинаем строительство! Все готовы к битве! Поторопитесь! Не теряйте бдительность! Идем тихо! Плотнее строй! Стреляйте! Отбросим этих негодяев! Будьте начеху! Эльфы, будьте готовы! Блин, есть хилка! Сейчас будет. Куда кидать? А, сука, блин, понял. Отхилил. Видимо, блядь, не помогло, но я отхилил. Моя совесть чиста. Только прикрыл глаза. Бля, откуда у него герои и такого левела? Блин, мы сражаемся за лучники Чернолесья. Я что-то реально вообще... Проверьте луки. Не то делаю. Никого не щадит. Поторопитесь! Тише! Мы сражаемся за Лориан! Встать в строй! О! Плотнее отлично, строй! Отлично, Мордор пришел. Началась битва! Не теряйте бдительности! Тудачку. Поторопитесь! Тише! С нами знаменосцы! Проверьте луки! Враг рядом! Отходим! Не стрелять! Не отступать! Снести постройку! Так, здесь где-то вот... Ебать, тут каче бегает! Звенит тетива! Будьте начеку! Охуеть! Поменьше матов! Хотя да как тут меньше-то, да ёпта! Работа закончена! Небо потемнеет. Блин, вот Мордор пришел с каче, все, я просрал всю армию. А что Дэн делает? Дэн опять ходит в башню. На нас ломает. Напали! Ну, окей. Эльфы, будьте готовы! Блин. Блин. Сразу. Пора за работу! Так, давай, Дэн. Мы освоим эту землю. Не теряйте бдительности. Идем тихо. Рольд Трандуил приветствует вас. Эльфы, за мной. Так, Трандуил есть.
Неужели лучники лихолесья, наверное? Они атакуют мало. Слушайте, делайте что-нибудь. Тут, блядь, пришли ребята. Мы сражаемся, мы сражаемся за Лорена. Я не знаю, что мы с Мордором делать на самом. А, на меня двое теперь пошли. Я вижу. Союзник шлет нам сигнал. Дэн, блин, пусть все самое. Дэн идет к тебе. Я тут, в принципе. Сам только мне нужно ферму построить. Защитим наш дом. Почему? Да потому что я не могу героя поставить. На один из Малорнов напали. Строительство завершено. Скрепость снесу. Надеюсь, что ты снесешь ее. Интересно только чем. Наша земля в опасности. Ага. Будем надеяться. А, он отступил. Истребим их под корень. Крепко. Ну, у него, в принципе, герой есть. Ну, там, да, герой может порешать. А, лучники Лориана, к бою! Мы сражаемся, мы за сражаемся за Лориан! Что прикажете? Вот где их логово. Здесь плохая земля. Тьма сгущается. Эльфы Чернолесья. Я знаю. Они снова атакуют. Блин, просто в скайпе вы мне это. Так бы знал. Ну да. Скроемся там. Я не буду переписывать. Еще один, блин, команда просто индивидуальных, ребят. Так, это не наши, я так понимаю, да? Не наши это? Нет. Защитим наши леса. Ладно, тогда я не буду. Будьте готовы. Подожду, когда она закончится. Все готовы к битве. Так, мне лучше. Нужно больше. Город поют тетивы Лориана! Лучники Лориана! К бою! Мы сражаемся за Лориана! На меня напали, что мне делать? Не знаю, давай отступим. Мы освоим эту землю! Слушаю вас! Блин, она ж недолго будет или она долго будет? Да, не помню, но неплохо так она будет, по-моему. Никого не щадить! Осторожно! Там могут быть защитники! Враг совсем рядом! Отбросим своих негодяев! Краев, им здесь не место! Нас позвали сюда, чтобы ответить на защитника! Защитник нашего сына! Строительство завершено! Казармы построены! О, все, наконец-то я это на изи съел, просто на изи. Ура, наконец-то я думал это самое, нифига. Рассвет настал. Началась битва. Мы будем стоять до последнего. Ой, слушай, можешь хилку кинуть? У меня нету ее на откате. Ладно, уже я что-то от супергероя. Я думал, можешь наступать. Мы победим. О, давай, урцы, урцы, добейте, урцы, полезли. Какого у него, кстати, уровень? Пятый. Опять Мордор идет. Дэн, что там делает, я не пойму. Он отступил. Блин. Урц убежал. Так, мне нужно что-то делать, чтобы штурмовать его или нет? Меня походу ну это там блин, я тут тем более что нападение пошел, то есть не на своей территории даже сражаешься. Никого не щадить. Это, сейчас да, не очень хорошо. Я не знаю, отступаю, у тебя лучше остались, сейчас это круто. Да их и так уже перестреляют. Лучше, так только они в бою помрут, а так они помрут без боя. Он такой, а мне можно, я сейчас типа... Руны дает, заебись, он руны дает! Какой молодец! Мне сейчас, блядь, скоро мы до крепости дойдут, а он руны дают. Мы сражаемся, сражаемся за Лориан! Ой, больно. Эльфы, будьте готовы! Проверьте луки! Ну, против нас был, пойду. Сейчас уже крепко ломал. Эльфы, будьте готовы! Отвечаю, блядь. Блин, пипец он этих самых построил.
О, чернолесские лучники. Так, получится. Не дремать! Пошли! Мы сражаемся за лучники Лориана! Мы сражаемся за Лориан! А, у тебя сейчас появилась эта фигня? Ссылка. Есть, да, куда кидать? Да. Вот Эврон-то где? Видишь, подожди, когда у него меньше хп будет. Слушай, я не туда могу ждать, когда у него... А, окей. О, блин, с него закончилось. Да, у него этот самый Сара. Сара. Да, кидай. Я уже покинул, поэтому, блядь. Блин, как так жестко. Быстро. А, там 4 героя убили. Это было очень жестко. Жестко отбито. Лучники Чернолесья! Не отступать! Не теряйте бдительности! Будьте начеку! Все готовы к битве! Враги разбились! Видите цель! Защитим наши леса! Тьма! Место! За мной, лесные эльфы! Они не пройдут! Здесь нас никто не заметит! Ждем врага! Уничтожьте эти луки! Никого не щадить! Защитим эльфы, наш дом! Будьте готовы! Не жалейте стрелы! Ну ты, блядь, больше руны кидай, там еще и все остальные на скову вылезут. Даже не голос появится. Да, кривой. Эльфы, сюда! Пусть умрут! Все по местам! Никого не щадить! Блин, у Изенгарда очень много героев, на самом деле, вот это вообще жестко. Внимание! Тьма сгущается. А мой герой будет вылезать? Все по местам. Или он не может вылезти, потому что не хватает команд? Проверьте луки! Вижу цель! Вражеский лагерь! Защитим наш дом! Небо потемнеет. Так, ладно, блин, у меня сейчас Эврон выйдет, и я пойду выносить его. Ну, тем более 25 скоро плюс-минус. Мы сражаемся за Лориан! О, вообще нужно вот эту тему забрать. Враг совсем рядом! Защитим наши леса! Ой, дождь! Тоже не наш Изенгард, наверное, все да? По местам! У нас нет Изенгард, бро! Чего? У нас нет Изенгард, братан. Но я говорю про врага Изина, ну, да, которого я играю. Вижу врага! Пора за работу! Люблю свою работу! Слушай, объясни, что делать, да? Он занял одну эту заставу. У него вроде есть экономика. Так, это сейчас кто-то 25 будет использован на меня. Это использовал Мордор. У меня минус весь лимит, ребята. Плотнее просто строй. Весь лимит. Он мне весь лимит Мордор слил. Ждет. Я сейчас вам вынес. Пошли. Пап, можно я отправил пачку, но хз. Вот внимание! Да, вот это 25, конечно, вообще люто. Лучники сюда! Очень даже. Вынеси тот Мордор, что любого. А Мордор уже до 25, самое интересное, что бонус. Ну да, даже у меня 25 еще нету. Она у меня через 30 секунд будет, ну блин. Типа. Будьте на чеку! Пошли! Мы сражаемся! Блин, блин, реально, есть лимит с этим. Не, они проиграли, это да. Не отступать! Сейчас 25-ку я весь лимит потерял просто. Никуда, это было жестко. Руки к бою! И мне нужно вынести Изенгард. Я его армию бы и вынес бы на Изенгард. Ломайте! Если не 25-ка. Блин, я не знаю, 25-ка взяла и слила всю армию, серьезно что ли, типа? Типа я думал, ну, не будет так жестко. Да там, я говорю, 25-ка использована была,
вся армия слилась, и нас армия умерла, все получили самое. Начали! Враг наступает! Оружию! Отведайте близкой стали! Можешь хилку кинуть, у меня там Аурант умирает. Блин, Аурант постоянно умирает. Где он умирает? Да все, он уже сдох. Пусть лежит. Бесполезный. Кто быстрее ветерка? Проверьте луки! Эйся! Пропали! Лучше Теория! Мы сражаемся за Лорию! Надо вот этот морду лазиться и сносить, мне кажется, он уже дошел до рост до 25 или сейчас дорастет. Ну, он может быть дорастет, но, блин, я его почти все слил. Ну, герою. Он на героях держался. Он вышел. Остался только мой наником и Ивай. Встанем здесь! Лучники, сюда! Встать в строй! Не останавливаться! Готовьте инструменты! Начинаем строительство! Луки! Не отступать! Пошли! Вражеский лагерь! Не останавливаться! Блин, вот мне будет так обидно сейчас, то, что 25-ка слилась, вот там, часа слова. О, тут мой накопил. Из-за того, что, типа, ну, блин, это игла, вся армия слилась, типа, она должна же была остаться, да? Игла же жирная. Игла очень жирная, да. Чё, блин, 25-ка какая-то, ёбаная. Вот не пойму, короче. Цельтесь точнее! Ломайте! Эльфы, будьте готовы! Эльфы, сюда! Проверьте луки! Так, ну лучники у меня все живы. Хранители все сдохли. Да, хранители вроде жирные, но они, как правило, первые умирают. Ну да, не танчат. Все готовы к битве! Встать в строй! Рушите здание! Мы сражаемся за Лорию! Ой, дай 25-ку заиспользую, хоть без для тебя бесполезную на здание. Ой, за что ты еще у нас есть звездные стрелы. Снести постройку. Отбросим этих негодяев. Никого не щадить. Проверьте луки. Крушите здания. Отходим. Снести постройку. Стаделей. А, ну все, наверное, стаделей у меня и все. Слушай, а как вот это, враг, типа, рядом. Иногда выходят и... А, не, если они сами вышли, да, то здание все уничтожается, а если вылетает, то здание надежда приходит, да. Живет. А они еще, мне кажется, выходят, если через Alt F4, возможно, то же самое. Alt F4 же сразу закрывает игру, и мне кажется, то же самое, мы сидим еще кикаем, и из-за этого игра подвисает. Некоторые выходят по-человечески, некоторые вот так вот через жопу. Хер проси. Ну, у тебя, как всегда, больше УСК. Зато у меня убили. Да, пипец, у меня там весь лимит вынесли просто. У меня там потери, если есть, то просто начитай из-за этого Мордора. Бля, я больше всех наубивал. Потом Дэн на сотку отстал. Ну, Дэн, кстати, тоже хороший УСК. Даже выше твоей. Интересно было посмотреть, да, конечно, что он там делал, потому что я смотрю, он стоит, о, я руну вешу, о, я херак, блять, этого вынесу УСК большого. Знаешь, почему у Дэна, блин, больше, чем у меня?
отношения. Чему? То, что его соперник вынес весь мой лимит. Как думаешь, если весь мой лимит сразу за раз слился, блин, с отношения, там, блин, угадай, блин, какое произошло. Просто серьезно, у меня было 800, он делает эту фигню, и у меня остается 110. 110, из которых, наверное, 40 — это герой.